551. Да. Сергей, а мы не можем вам дозвониться по тому номеру, который вы нам указали. Может, нам Сергей сам позвонит? Сергей, а хотите? Сеть есть, а... Ну... Что за оператор-то хотя бы? А... Может, пока песенку поставим и будем дозваниваться? Может, нам Алла споет, пока мы дозваниваемся? Алочка, что-нибудь приличное сможешь изобразить так? Да, почему бы и нет? А вот, Алла пошутила насчет этой песни, давай пой. А я не знаю слов. Сочиняй. Что за песня такой? Я тебе отомщу, Денис. Давай, я же даже не знаю, где вступать. Реп читай. Реп читай. А что за песня? Сейчас, подождите, слова бы найти. Хочу слова найти. Дед, как называется-то хоть? А вот интересно, уже пошло или нет? Дэн, я не знаю, потому мало что половин, не знаю мало, этих песен. Так ты не вступай, не мешай мне петь. Я вообще не знаю. Я буду петь сейчас. Ольга Может Бузова. Быть, уже сейчас Кто? Пора петь. Да-да-да-да-да-да. Вин, мама, мало половин. Мало половин, мало, мало половин. Мало половин, мама, мама, половин. Мама, половин, мама, мало половин. Текст ищу, я не могу никак найти. Яндекс, помоги скорее же ты мне. Гугл тоже мне не отвечает. Почему-то очень сложно найти. Вот, легче, проще, уже не кажется. Как бесконечно без тебя. Ночи хочешь, мне наплевать. Чего теперь ты хочешь без меня? И это оказалось, что уже куплет. И он уже закончился. И уже вроде бы как надо петь. Мало половин, мама, мало половин. Мало половин, мама, мало половин. И сейчас так. Мало половин, мама, мало половин. Я открываю мир других мужчин. Мало половин, мама, мама. Это проигрыш, наверное. Чем он отличается от Клепева, мы не знаем. Она танцует. А, я сейчас тоже буду танцевать. Вот, смотри, давайте я дальше почитаю. Итак. Едем дальше, куплет 2. Чаще, слаще, лучше, чем было. Сделав Аллочка, вывод, все, что все, нет, все, это мой звездный час, нет! Все, цыц, все, цыц, цыц. Алло? Алло? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы же представляете, пока мы до вас дозванивались, на что эти подлецы меня толкнули? Заступитесь за меня, Сергей. У меня первый вопрос к вам, он очень простой. Скажите, вот Сергей Волк, это псевдоним или это настоящая ваша фамилия? Нет, не настоящая. Это псевдоним. Хорошо. Да.